Вот такой купил многоцелевой 80-миллиметровый китайский патрончик. Во-первых, главное его назначение для маленького станочка. Для него надо сделать планшайбу. Вот. Второе назначение у него будет, он сюда будет в заднюю бабку заходить. А третье назначение вот для таких работ. То есть можно маленькие работы точно выверять с помощью трехкулачкового маленького патрончика, быстрее гораздо. Вот нужно найти центр, да? Нашли мы максимальную точку. Вот она. Вот. Вот это максимальная точка, да? А теперь, как найти центр по горизонтали, можно поездить всей системой вот так. И что мы? И в самой, конечно, наибольшей точке, мы уехали далеко, будет центр. Такая неподвижная точка даже чувствуется. Вот он центр. И теперь вращаем его вокруг центра. Вот минимальная точка. 75 соток. Что теперь надо делать? Минимальную точку надо поднять. Этот кулачок поднимем наверх. А тем поддавим. Вот такое биение получилось.
Поверхность неровная, тут какие-то ужесточения. Набиты, что ли, они? Не взяло их. Так, вот он, китайский патрончик маленький. Сану К1180. К1180. Что в комплекте? В комплекте ключик. Вот так я его на бок поставил, чтобы удобнее было работать. Вот, то есть он управляется. Винтик здесь есть. И можно ручку туда-сюда гонять. Можно ее вообще вытащить. Тоже отличная возможность. Еще у нас есть обратные кулачки и крепежные болтики для планшайбы. Значит, два патрона я попробовал. Один заедал немножко. Была возможность выбрать. Вот крутишь в одну сторону, раз — заедает. Крутишь в другую — опять заедает. Где-то там улитка за кулачки цепляет. Вот, и все. И все. Все в масле было. В масле очень хорошо смазано. Так что, ребята, такой вот патрончик. Ну, пока. Вот, радует. То есть, планов на него очень много. Он всего один, а я думаю, что надо уже больше. Потому что вот так его надо использовать, да. То есть, очень удобно. Но так в него залезает, у него отверстие. Вот эта вещь. Это вещь 16. Вот она в упор туда. Чуть-чуть только не пролезает. И все. Больше в этот патрон отверстий ничего уже не залезет. Так, давайте посмотрим. Упс. Да, 16. То есть у него, дорогие друзья, внимание, у него отверстие, проходное отверстие 16 миллиметров только. Вот такое открытие. Ну, для таких некрупных вещей.